Нам стало известно об атаке на лабораторию FutureTex в северной части России. Местные жители даже не подозревали о существовании подобного комплекса. Мистер президент, что за исследование вел FutureTex в столь отдаленном районе России? Что ж, во-первых, я хотел бы уверить вас. Наша первостепенная цель сейчас – найти террористов, ответственных за эту атаку. Да, я уверен, что основная задача FutureTex – процветание человечества. Но, конечно же, нельзя требовать от сотрудников компании невозможного, в то время как их жизни угрожает прямая опасность. А сейчас, извините, мы опаздываем. Спасибо. Похоже, мы вновь на пороге войны. Наша разведка обнаружила, откуда Торнли получал подкрепление во время операции в Сибири. Войска перебрасывались с военной базы на полуострове Юкатан. Командование Альянса о ней не подозревает. Если они не могут остановить FutureTex, это сделаем мы. Что бы ни создавала корпорация, это наверняка будет использовано против Советского Союза. Отправляйтесь туда и уничтожьте охранные части проклятой FutureTex. Мы обнаружили военную... В этом секторе замечено скопление сил Альянса и FutureTex. Будьте бдительны. Я постараюсь перебросить подкрепление, но пока действуйте сами. Ну, какие у нас планы? Вас понял, штаб. Становится жарковато. Сначала надо уничтожить сопротивление на всех островах, включая наблюдательные пункты. Перед новым наступлением нам нужно основать плацдарм. Так кто живой? Сюда, ребята! Скоро все закончится. Отлично! Патронов на всех хватит. Вас понял, штаб. Как всегда, дураки и дороги. Они слишком далеко. Вперед! Сюда, ребята! Кто следующий? Продолжаем. Рядом с постройками Альянса обнаружены бочки с бензином. Как всегда, дураки и дороги. Кто следующий? Они слишком далеко. Вперед! Им не уйти! Сюда, ребята! Мы уже в пути. Вас понял, штаб. Мощь советской армии несокрушима. Первый остров свободен. Скоро прибудет небольшое подкрепление. Слышали, что командир сказал? Вас понял, штаб. Не расслабляйтесь, парни. Начинает патрулирование. Как всегда, дураки и дороги. Не расслабляйтесь, парни. Обнаружен противник. Используйте орудие «Змейка» зондов, чтобы обездвиживать вражескую технику и не дать ей отступить. Не расслабляйтесь, парни! Слышали, что командир сказал? Объект подошел. Мы здесь.
Обнаружена база противника. Эй, начальник! Здесь жнец! Ну что, парни, готовы? Эй, начальник! За ними! Так точно! Ну, какие у нас планы? Отлично! Патронов на всех хватит! Вас понял, штаб! Мы уже в пути! Отправляется отряд подкрепления. Кто следующий? Ладно, сюда, значит, сюда. Сюда подкрепление. Так точно? Строительство завершено. Ну что, куда отправимся? Ну, какие у нас планы?
Так точно. Вас понял, штаб. Здесь жнец. Ну что, парни, готовы? Так точно. Эх, прокачу. Отлично. Патронов на всех хватит. Жнец начинает патрулирование. Эй, начальник! Слышали, что командир сказал? Скоро все закончится. Вас понял, штаб? Они слишком далеко. Вперед! Слышали, что командир сказал? Ну что, отправимся на экскурсию? Жнец начинает патрулирование. Отлично! Патронов на всех хватит. А вот и они. Кто следующий? Не расслабляйтесь, парни. Ладно, сюда, значит, сюда. Есть тут кто живой? Слышали, что командир сказал? Ну что, куда отправимся? Как прикажут, так здесь и сделаем. Здесь жнец. Ну что, парни, готовы? Не расслабляйтесь, парни. Уборочная страда в разгаре. Вас понял, штаб. Гряв на связи. Так точно. Не расслабляйтесь, парни. Да? Туда? Ну, конечно. Ну, какие у нас планы? Вот же мухи надоедливые. Эй, вы там, потише. Штаб на связи. Продолжаем патрулирование. Скоро все закончится. Ладно, сюда, значит, сюда. Сюда, ребята. Так точно. Пехота долго не продержится. Не расслабляйтесь, парни. Спокойной ночи, малыши. Кто следующий? Как всегда, дураки и дороги. Ладно, сюда, значит, сюда. Мы уже в пути. Продолжаю патрулирование. Так точно. Мы уже в пути. Они слишком далеко. Вперед! Начальник! Кто следующий? Слышали, что командир сказал? Жнец начинает патрулирование. Продолжаю патрулирование. Слышали, что командир сказал? Продолжаю патрулирование. Транспорт Голиаф на связи. Держите их на расстоянии. Кого тут подвести? До свидания. Эй, начальник! Сюда, ребята! Мы здесь. Задание. Ну что, куда отправимся? Третий остров наш. Командир, к вам отправился МСЦ. Пехота долго не продержится. Доступны новые постройки. Получено новое задание. Думаю, вам не помешают дополнительные средства. Я как раз работаю над этим. Мы узнали, что FutureTech ожидает крупную партию руды для нужд военной промышленности. Готовы начать магнитную цепь. Ваша задача – перехватить эту партию до того, как она достигнет цели. Уничтожьте сопровождающих старателей, чтобы собрать груз. Штаб на связи! Нам удалось сохранить старый прототип серпа. У него удачный дизайн, но для массового выпуска он слишком дорог. Все системы в норме. Посмотрим, как она работает. Я слышу. Об
Обнаружен противник. О, хорошо идет. Вот они где. Держать строй! Когда груз будет у вас, не медлите с уничтожением заводов в Фьючертех. Будьте готовы к сильному сопротивлению. Давай, давай! Вперед, товарищи! Еще один! Опорная часть в норме. Ладно, выдвигаемся. Уже в пути. Эй, начальник! Как всегда, дураки и дороги. О, хорошо идет. Ну, пойдем. Строительство завершено. Доступны новые застройки. Посмотрим, кто кого. Все в порядке? Командир, разведка обнаружила несколько больших неопознанных летающих объектов над полем битвы. Готовьтесь к обороне. Смазать бы ходовую. Орудие! Без проблем. Готовы начать маневр. Ну как, нравится? Укажите цель. На всякий случай захвачу инструменты. Давай, давай. Ничего не сбоит. Надо подойти ближе. Смазать бы ходовую. Вас понял. Уже в пути. Цель его! Еще один! Ну, пойдем! Вас понял! Неплохо! Цель его! Вперед, товарищи! Ах, я ведь только его починил! Хорошие пушки! Что-то пошло не так! Опорная часть в норме! Вон там! У нас все отлично! Идем осторожно! Надеюсь, все получится! Смазать бы ходовую. Без проблем. Обнаружена база противника. Идет строительство. На всякий случай захвачу инструменты. Опорная часть в норме. Хорошо идет. Пехота долго не продержится. Укажите цель. Задание выполнено. Похоже, вы не можете не совать нос в чужие дела, верно? Что ж, тогда мне придется показать вам, что происходит с такими любопытными, как вы. Кажется, Фьючертех засекла ваше присутствие. Разведывательной деятельности конец. Начинайте штурм. Удачи. На всякий случай захвачу инструменты. Строительство завершено. К работе готов. Внимание. В секторе действует хроносфера. Внимание. Фьючертех использует хроносферу, чтобы переправить сухопутный транспорт. Идет строительство. Отлично! Патронов на всех хватит! Продолжаем патрулирование! Сюда, ребята! Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство.
Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство. Строительство завершено. Опорная часть в норме. Укажите. Идет строительство. Идет строительство. Строительство завершено. На базу напали. Строительство завершено. Зарядка батареи завершена. Идет строительство. Обнаружен. Зарядка батареи завершена. Все в порядке? Мы можем не выдержать! Внимание! В секторе так есть точно. Электроносфера. Вы за все заплатите. Ну, какие у нас планы? Как всегда, дураки и дороги. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет ремонт. Объект под огнем. Идет строительство. Готовы начать магнитную бурю. О, хорошо идет. Укажите цель. Все в порядке? О, хорошо идет. Неплохо. Идем осторожно. Вот я кандалы-то сниму. На всякий случай захвачу инструменты. Что ж, хорошо. На связи. Увидимся. Добровольцы есть? Мы в пути. Идет строительство. Развертывание невозможно. Тестовая пробежка. Ладно, выдвигаемся. Проверить оборудование. Да. Мы в пути. Обнаружен, да? Противник. Обнаружена база противника. Меняем модель передвижения. Там что-то есть? Увидимся. Да? Поспешишь, людей насмешишь. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство. Все в порядке? Посмотрим, как оно работает. Мы готовы к боевому вылету. На базу напали. Объект уничтожен. Все мы в порядке. Объект под огнем. Противник атакует комбайн. Все в порядке? Посмотрим, кто кого. Комбайн уничтожен. Смазать по ходовую. К бою готовы. Готовы начать магнитный бой. Идет вперед. Держать строй! Да-да, я слышу. Что, вы теперь тут долго, сказать?
На базу напали. Идет строительство. Приостановлено. Жду приказа командования. Включаемся в бой. Электроды ТОКС. Похоже, вы не можете не совать нос в чужие дела, верно? Что ж, тогда мне придется показать вам, что происходит с такими любопытными, как вы. Кажется, FutureTech засекла ваше присутствие. Разведывательной деятельности конец. Начинайте штурм. Удачи! Эй, вы там! Потише! Штаб на связи! Обнаружен противник. Да-да, я слышу. Внимание. В секторе действует хроносфера. Главное не... Внимание. FutureTech использует хроносферу, чтобы переправить сухопутный транспорт. Обнаружен противник. Опорная часть в норме. На базу напали. Строительство завершено. К работе готов. Идет строительство. Строительство завершено. Завершено. Строительство завершено. Идет строительство. На базу напали. Идет строительство. Да-да, я слышу. Вот они где. Взять его! Еще один! Орудие огонь! Еще один! Стреляй! Неплохо. Главное не перестараться. Обнаружен противник. На базу напали. Идет строительство. На всякий случай захвачу инструменты. Смазать бы ходовую. Идет подготовка. Готов искупить крови. Строительство завершено. Готов искупить крови. Идет строительство. Обнаружен противник. Строительство завершено. О, хорошо идет. Когда жрать дадут? На базу. Вы за все заплатите. Укажите цель.
уничтожен. Опорная часть в норме. Ладно, выдвигаемся. Приостановлено. Главное не перестараться. Смазать бы ходовую. Вас понял. Опорная часть в норме. Идет строительство. Строительство завершено. Идет строительство. Строительство завершено. К работе готов. Посмотрим, как оно работает. Строительство завершено. Идет строительство. Готовы применить коррозию. На всякий случай захвачу инструменты. Завершено. Идет строительство. Идет строительство. Обнаружен противник. Да-да, я слышу. Приостановлено. Недостаточно средств. Строительство завершено. К работе готов. Подготовка. Обнаружен противник. Строительство завершено. Инженер нужен. Новые постройки. Да-да, сейчас. Строительство есть. Завершено. Что мне теперь эту дуру таскать? Может, у вас найдется еще минутка? Идет подготовка. Я и так в прекрасной форме. Я тут передохну, пожалуй. Кто хочет хлебнуть баланды? Готов искупить кровью. Идет ремонт. Идет строительство. Обнаружен противник. Строительство завершено. Идет подготовка. На базу напали. Призывник окончил обучение. Генсек будет мной гордиться. Готов искупить кровью. Готов искупить кровью. Готов искупить кровью. А как же? Готов искупить кровью.
Инженер нужен? Я здесь. Обнаружен противник. Пора? Мы еще не победили? Строительство. О, спасибо! Может, у вас найдется еще минутка? Есть! С этим я справлюсь. Это нужно родине. Обнаружен противник. Объект под огнем. Идет подготовка. Инженер нужен. Что вы сказали? Я и так в прекрасной форме. Наблюдательный пост захвачен. Что-что? Идет строительство. Обнаружен противник. Уничтожен. Укажите цель. Обнаружена база противника. Подготовка. Строительство завершено. Обнаружен противник. Инженер нужен. Идет строительство. Идет строительство. Идет подготовка. Строительство завершено. Нехватка энергии. Внимание! В секторе действует хроносфера. Объект под огнем. Объект уничтожен. Инженер нужен! Строительство завершено. Акула готова выйти на рейд. Может, у вас найдется еще минута? Да-да, сейчас. На базу напали. Я и так в прекрасной форме. Может, пригодится. Ну, какие у нас готовы планы? Готовы начать магнитную бурю. Ну как, братишки, готовы к драке? Укажите цель. Обнаружен противник. На базу напали.
Идет ремонт. Акула на связи. Тихо. Получены новые координаты. Обнаружен противник. Идет строительство. Тестовая пробежка. Ну как это? Готовы сбросить. Шумим. И что я получу? Смазать бы ходовую. Все в порядке? Идет строительство. О, хорошо идет. Строительство завершено. Готовы начать магнитную бурю. На всякий случай захвачу инструменты. Сканеры в порядке? Идет строительство. Строительство завершено. Идет строительство. Идет строительство. Развертывание невозможно. Развертывание невозможно. Обнаружен противник. Главное не перестараться. Готовы начать. Опорная часть в норме. Делиться надо, делиться. Мы странники морей. Акула на связи. Остаемся на глубине. Место рождения на грани истощения. Ты что-нибудь видишь? Полный вперед! Все дальше и дальше! Пустим их ко дну! Вперед! Обнаружен противник. На всякий случай захвачу инструменты. Да-да, я слышу. Развертывание невозможно. Развертывание невозможно. На базу напали. Объект под огнем. Объект уничтожен. Сканеры в порядке? Стране нужна руда. Место рождения на грани истощения.
Готовы применить вакуумное орудие. Строительство завершено. Акула на связи. Давление растет. Под огнем. Залатайте пробоину! Все дальше и дальше! Вперед! Утопим гидру мировой контрреволюции! Мы сокрушим наймитов империализма! Что там за звук? Что-то капает! Мы проделали долгий путь. Мы странники морей. Развертывание невозможно. На базу напали. Противник атакует комбайн. Обнаружен противник. Идет ремонт. На всякий случай захвачу инструменты. Товарищи, настал наш час. Идет строительство. На базу напали. Обнаружен противник. Место рождения истощено. Идет строительство. Строительство завершено. Скажите мне, что доступны делать? Новые постройки. Объект под огнем. Что там за звук? Что за капает? Все дальше и дальше. Вперед! Остаемся на глубине. Обнаружен противник. Укажите цель. Обнаружена база противника. Укажите цель. Укажите цель. Обнаружен противник. Идет ремонт. Ну как, братишки, готовы к драке? БТР Голиаф, к бою готов. Место рождения на грани истощения. Идет строительство. Обнаружен противник. Идет строительство. Строительство завершено. Да? А я неплохо смотрюсь, верно? О, хорошо идет. Строительство завершено. Ну как, нравится? К работе готов. Неплохо. Ладно, выдвигаемся. На связи. Обнаружен противник. Идет строительство. Готов к труду и обороне. Развертывание невозможно. Мне эту бандуру ворочить. Иду.
Все в порядке? Ну что, куда отправимся? Готовы а когда жрать дадут? Ничего не сбоит? Россия владычица морей! Вперед! Обнаружен противник. Строительство завершено. Доступно. Да-да, я слышу. Эх, прокачу в путь дорогу. Приятно чувствовать почву под ногами. Мой час настал. Тестовая пробежка. Вас понял. Место рождения истощено. Мне эту бандуру ворочить. Команда дредноута к бою готова. Обнаружен противник. Идет строительство. Как делишки? Хорошо, готовься. Транспорт Голиаф на связи. Будет сделано. Готовы сбросить спутник. Вы за все заплатите. Как скажете. Руки. Мы готовы к боевому вылету. Утопим гидру мировой контрреволюции. Освободим советские моря от акул капитализма. Слушайте все. Вот увидишь, все будет отлично. Строительство завершено. Обнаружен противник. Идет строительство. Ну что тут есть для меня? Господство в небе, мир на земле. Акула на связи. Полный вперед! Глубины моря должны быть свободными. Завершено. К работе готов. Получены новые координаты. Все дальше и дальше. Получены новые координаты. Обнаружен противник. Идет строительство. Ты слышал шум? Объект... ВВС России! Ты что-нибудь видишь? Странники морей. Полный вперед! За ними! Киров на связи! Вперед! Бою готов! Наш комбайн. Все в порядке? Готовы применить вакуумное оружие. Мы проделали долгий путь. Воздушный бой! Моя стихия! Киров на связи. Идет строительство. Видел бы нас, Владимир Ильич. Вперед! Цель уже намечена. Где следующая обнаружен остановка? Противник. Мы подождем там. Киров на связи. Готовы начать усиленный авиаудар. Товарищи, настал наш час. Что там за звук? Что-то капает. Киров на связи. У меня есть для них кое-что. Очень хорошо. Мы подождем там. Покончим с врагами социализма. Давление растет. Ты что-нибудь видишь? Кто-то еще остался? Ну как, братишки, готовы к драке? Мы проделали долгий путь. Объект под огнем. Команда дредноута к бою готова. Нужно положить конец этой комедии. Укажите цель. Укажите цель. Укажите цель. Укажите цель. 22. Для меня.
что-нибудь видишь? Торпеды! Товарищи, настал наш час! Нанесем им визит! Команда дредноута к бою готова! Кто-то еще остался? Наш час еще не пришел! Великолепно! Видел бы команду дредноута к бою готова! У меня есть для них кое-что! Всему свое время! Мы подождем там! Получены новые инструкции. Видел бы нас, Владимир Ильич. Я кого-то пропустил? Мы приготовили врагам славный подарочек. Вы только посмотрите. Наш час еще не пришел. Нанесем им визит. Я кого-то пропустил? У меня есть для них кое-что. Нанесем им визит. А как там наши друзья? Чудненько. Идет строительство. Мы приготовили врагам славный подарочек. Они нас долго не забудут. Не возражаю. Не думаю, что мы еще встретимся. Чудненько. Неплохо выглядит. Противник. Это нужно родине. Нужно положить конец этой комедии. Кого-то пропустил? Сдается мне, тут надо кое с кем поздороваться. Мы приготовили врагам славный подарочек. Не возражаю. Чудненько. Не думал, что ты спросишь. Увидимся на месте. Чудненько! Мы подождем там. Что-то еще осталось? Россия, правь над волнами! Обнаружена база противника. Обнаружен противник. Получены новые координаты. Я кого-то пропустил? Объект подожмет. Постройка противника.
У меня есть для них кое-что. Великолепно. Где мое сопровождение? А как там наши друзья? Неплохо выглядит. Нужно положить конец этой комедии. Кого-то пропустил? Готовы применить вакуумное орудие. Объект продан. Что это? Для таких, как я, нет проблем. Противника захвачен. Кто-то еще остался? Наш час еще не пришел. Идет строительство. Миг к бою готов. Скорость на максимум. Пора. Россия, владычица морей! Пришло наше время! Киров на связи! Мы приготовили врагам славный подарочек! Товарищи, настал наш час! Освободим советские моря от акул капитализма! Связи. Где следующая остановка? Мы приготовили врагам славный подарочек. Мы приготовили врагам славный подарочек. Великолепно. Обнаружен противник. Сдается мне, тут надо кое с кем поздороваться. Всему свое время. Не думаю, что мы еще встретимся. Сдается мне, тут надо кое с кем поздороваться. Объект. Кто-то еще остался? Киров на связи. И почему они так недружелюбны? Не думаю, что... И впрямь как чума, чтоб вас! Да поймите вы, когда сигма-гармонизатор выйдет на полную мощность, ваша борьба с ним станет бессмысленной! Сдается мне, тут надо кое с кем поздороваться! Вот да! Объект под огнем. Мы стремимся к превосходству в небе! Мы приготовили врага! Цель уже намечена. Славный подарочек. Ты чувствуешь запах? Чуть-чуть. Вот так. У меня есть для них кое-что. Пошлю им еще подарочек. Великолепно. Посмотрим, что у нас тут. Всему свое время. Не думаю, что мы еще встретимся. Вы только посмотрите. Сдается мне, тут надо кое с кем поздороваться. Не думаю, что мы еще встретимся. Чудненько. Они нас долго не забудут. Обнаружен противник. Посмотрим, что у нас тут. Великолепно. Вы только посмотрите. Увидимся на месте.
нанесем им визит. Я кого-то пропустил? Всему свое время. Кто-то еще остался? Нанесем им визит. Прекрасно. Просто прекрасно. Эй, посмотри-ка. Это не твой дом? Похоже, FutureTech разработали технологию остановки времени. Технологию остановки времени для определенных объектов. Это довольно сложно, однако именно на ней основано действие гармонизатора. Неплохо выглядит. Там? Ник на связи. Кто-то еще остался? Мы стремимся к превосходству в небе. Вот ведь плохи кусачие. Я с тобой еще не закончила. Альянс развернул войска для защиты новейшей разработки корпорации FutureTech. Сигма-гармонизатор будет запущен совсем скоро, несмотря на поднявшуюся волну протестов. FutureTech могли обмануть весь мир относительно этого нового устройства, но мы знаем правду. При помощи этого изобретения Торнли может держать Советский Союз в повиновении вечно. Нельзя допустить запуска Сигма-гармонизатора. Остановите их, или наша судьба предрешена. Наша главная цель — это объект под названием Сигма-гармонизатор. Новейшая разработка корпорации FutureTech, о свойствах которого можно только догадываться. Штурмовая группа уже готовится к выступлению. Ваши задачи. Обезвредьте береговую охрану Сигма-гармонизатора. Это станет сигналом.